Ах, ну почему наши дела так унылы? Как вольно дышать мы бы с тобою могли? Но где-то опять некие грозные силы бьют по небесам из артиллерии земли. Да, может и так, но торопиться не надо. Что ни говори, небо не ранишь мечом. Как ни голосит, как ни ревет канонада, тут сколько ни бей, все небесам ни почем. Ах, я бы не клял этот удел окаянный, но ты посмотри, как выезжает на плац. Он наш командир, наш генерал безымянный. Ах, этот палач, этот подлец и паяц. Брось, он ни хулы, ни похвалы нет достоин, да, он на коне, только не стоит спешить. Он не Бонапарт, он даже вовсе не воин, он лишь человек, что же он волен решить. Но вот и опять слез наших ветер не вытер, мы побеждены, мой одинокий трубач. Ты ж невозмутим, ты горделив, как Юпитер, что тешит тебя в этом дыму неудач. Я здесь никакой неудачи не вижу, будь хоть трубачом, хоть Бонапартом завись. Я ни от кого, ни от чего не завишу, встань, делай, как я, ни от чего не завись. И что бы ни плел, куда бы ни вел, воевода, жди, сколько воды, сколько беды утечет. Знай, все победят, только лишь честь и свобода, да, только они, все остальное не в счет.